Дорогие наши друзья, мы приветствуем всех вас на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы объявим победителя конкурса лайков и расскажем, как мы встречали нашу дорогую гостью из Германии, как мы готовились к ее приезду, как мы вместе сидели, общались за столом и возле камина. Приглашаем вас вместе с нами провести это время. Победителем конкурса лайков в этот раз стала Лео Рут. Ее лайк был под номером 135. Мы вас поздравляем и ждем ваш адрес на нашу электронную почту, если вы хотите получить открытку, фотографию и несколько наклеек от нашей семьи. Также мы благодарим всех за лайки, за комментарии, за ваши вопросы, за то, что вы смотрите наши видео. А сейчас мы приглашаем вас провести с нами день. Сегодня наше утро началось с того, что к нам пришли опять олени. Вова заснял специально видео для наших подписчиков. Вот так вот олени подходят и покушают и убегают. А мы с детками убираем и готовимся к гостям. Аленочка, пылесосит там наверху. Что-то у нас как-то темно очень в комнате. А Джинел что делает? А у Джинал только что посуду помыла везде, молодец. Вот она там на кухне чисто все сделала. Ждем гостей. Пока кто-то убирает, я делаю рулет с вареньем, с орешками, с кремом. Он получился очень вкусный. И потом мы будем пить все вместе чай. А сейчас едем Лешу встречать. Вот он едет, мой муж драгоценный. Я тут стою на парковке, и он сейчас будет, наверное, парковаться здесь рядышком со мной где-то. Или там. В общем, ему назад надо парковаться. Вот он, дорогой. Я всегда удивляюсь, как они на такую большую машине ровно могут вот так вот сложиться, запарковаться. Вот. Мы с Лешей женаты уже 17 лет, и вот сколько лет мы женаты, столько лет он ездит на траке. Все, поеду, я сейчас к нему подъеду, чтобы ему сюда не идти. Вот мой замечательный муж приехал домой. Сейчас он будет выпрыгивать из трака. Привет! Друзья мои! Все, теперь можно домой. Можно? Дышаешь? Мы сейчас с Дженнифер в магазине покупаем... У нас сегодня гости приезжают. Мы купили здесь и мяско, купили картошку, сок, салат, молоко, шоколадное, простое. Дженни, вези. Сейчас поворачивай налево. Мы сейчас выберем еще мороженое. Мы сегодня хотели посидеть у камина. Мы решили взять вот такие cones и обычное мороженое и накладывать уже туда. О, да, Дженни, ты любишь такое? У тебя красивый венок на голове. Спасибо. Вот мы взяли вот такое вот мороженое. Карамельное. Потом бары пекан. И у нас дома есть уже просто ванильное мороженое. Дженни все пишет на. Все, поехали, Дженни. Сейчас уже гости приедут. Скорей. Скорей свою тележку тащи. Толкай ее. Толкай. Написала мам. Всегда пишет мне. Спасибо. Покажи, что ты купила. Покажи. Так, покажи мне, прочитай. Так, шпинат, яблоко и еще кейл. Все, в общем, зелененькое. Сейчас Дженни будет пробовать. Давай, мама. Какое-то зелененькое baby food, да? Ну, пробуй. Пробуй. Что это? Коричневое? Ну, это от яблока. Вкусно? А, ну хорошо. Так что покупайте мамочки своим деткам шпинат с яблоком. Очень вкусно. Дженнифер рекламирует. Да, Дженни, рекомендуешь всем? Вкусно? Скажи, вкусно. Вкусно. Мы купили вот такие вот шарики для наших гостей, чтобы ее встретить. Итак, сегодня у нас приезжают гости из Германии, да, Аленочка? Да. Вот, зовут ее, наверное, Кристина. Мы подготовились хорошо. На столе уже горят свечи. Будем пить чай. И встречать наших дорогих гостей.
там на улице темно. Бегут, 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 встречать, встречать. Там приехала машина. Сейчас мы будем встречать нашу гостью. Мы вот помогаем вещи. Да, с ног, давай, иди помоги вещи. Мне нужно шлепки надеть. Мы выйдем. Ага, ну вот и наши друзья-гости. Здравствуйте! Приветствую, приветствую. Это Кристина вас зовут? Кристина, да. А как по-немецки? Кристин? Кристина. Кристина, просто да, Кристина. Кристина. Ага, да, очень приятно. Меня Алексей зовут. Спасибо. Это моя женушка Лидочка. Это наши детки. Вот мы вас встречаем здесь. Я очень рада. Да, здорово. А ты похожа на Ирину. Да? Да, и на Владимира. Так что здорово. Вова. Хорошо, давайте мы сделаем. Мы вещи принесем, давайте вещи принесем, да, и тогда уже будем знакомиться. Что, Маргариточка? Друзья новые приедут, да? Да. Приехали. Хорошо. Ага, мы даже шарики здесь повесили. Встречаем Кристину. Мам, можно это? Ага, смотри, зашла. Ага, ну вот, вот и гости приехали, наконец-то, друзья наши, привет, привет. Тебе лучше отнести этот чемодан наверх, и ты будешь спать, да? Да, да. Хорошо, давай. Ну, ты хорошо на русском говоришь, слушай, здорово. Постараюсь. Мы были очень рады встрече с Кристиной. Мы сейчас садимся за стол, пить чай, общаться и дальше знакомиться. Итак, друзья дорогие, наконец-то приехали наши гости из Германии. Нет, это не я. Я не приехал из Германии. Я здесь живу. Вот мы пока кушаем, ужинаем. Кристина с нами, мы готовы пить чай. Привет, привет всем. Привет. О, тогда дружненько. Так что будем пить чай и будем мы знакомиться и общаться. И всю ночь. Так, ну вот мы сидим, общаемся. Лидочка приготовила очень вкусный, как он называется, рулет, да? Вот такой он сладкий. И сверху орешки поджаренные. И мы здесь всей семьей сидим, горят свечи. С нами Кристина, она уже любит Америку сильно. Да. И мы сейчас будем немножко рассказывать о себе. Вот. Да, Аленочка? Да. Ну хорошо, ладненько. Давай с Кристины с тебя начнем. Заодно немножко заснимем, это будет нам на память. Вот. На каких инструментах? А вы задавайте вопросы. Сидите такие, спят все. На каких инструментах ты играешь? Я играю на виолончели и на фортепиано. О, кто у нас на виолончели хотел научиться? Лелечка. Сейчас, Вова, ты не хотел на виолончели? Нет, это красивый. Сколько у тебя братьев и сестер? У меня 5 сестер и 2 братья. 2 брата и 5 сестер? Я самая старшая. Ты самая старшая. Какие у тебя хобби? Задавайте вопрос. Какие твои хобби? Ну просто. Да, как... Например, петь. Петь. Очень люблю петь. Да. Читать, если время есть, книжку читать. Теперь мы знакомимся. По старшинству, сколько вам лет, какие у вас хобби, на чем играете? Ну, несколько слов. Я думаю, это интересно будет. Мне 16. Я здесь живу. Здесь живешь. Здорово. Я играю на пианино. Я работаю. Да, работаю тоже. Что мне нравится делать? Да, ладно, конечно. Расскажи, расскажи. Мне нравится ездить в рейс-лейк салона. Мне нравится ездить на машине. На папиной. На папиной машине, что я заправляю. Меня зовут Алена. Привет, Алёна! Привет! И мне 15, и я тоже работаю с Викой в Dairy Queen. И я делаю homeschooling сейчас, у меня еще 2 года осталось. И я люблю играть на гитаре, и я люблю photography. Ну давай. Я Нелли. И мне 14, и я люблю играть в волейбол, и... Викочка в волейбол тоже играет хорошо. Привет! Привет! И я. Да-да-да. И я. Меня зовут Вова,
Мне 13 лет. Сколько? 13. Дышь. А кто? Она сказала дышь. Ich liebe dich. О, их либо дых? Да. Неправильно. Их либо дых. Их либо дых. Их либо дых. Их, но. Или все либо. Неля, как сказать? Меня зовут Неля. А, их. Сейчас. Посмотрю. Их хайс. Как? Их хайса. Мы учим немецкий сейчас, друзья. Приехали к нам друзья с Германии, мы немецкий решили выучить. Пока продвижение хорошее. Дыш, мандыш, подожди. Трабандыш. Ну, это на турецком. А подожди. Мама, мам. О, их либо дых. Их либо дых. Я выучил, я тебя люблю. То есть Лидочку, я вот ей говорю, она сейчас снимает. Их либо дых. Правильно? Их либо дых. Ишь, любидыш. Ладно, с меня. Кристина, скажи правильно. Она смеется, сидит, думает, да, говори. Знак Сэм. Их любидыш. Их любидыш. Их любидыш. Как будто их. А хочется не. Их любидыш. Так, ну вот что, мы дружненько покушали. А сейчас мы будем, Лидочка, что вообще будем делать? Сейчас Вова разжигает камин. Вова камин разжигает. И мы посидим, попоем немножко. Сынок, там, наверное, надо было... Закрыто? Открыто хорошо, да, чтобы там оно дым сюда не пошел. Ну, вот сынок подготовил камин. Это печки старые. О, здорово. Девчонки ему помогают здесь. Вот. Так, а здесь хозяюшки. Нет, у нас там, да, выкидывать. У нас там, например, такое, ну, пластиковое отдельно, и бумага отдельно, и продукты тоже все отдельно, да. А здесь... Привет. Здравствуйте, подписчики. Да. Сегодня красивый вечер, и у нас приехала Кристина. Да, гости, да, у нас? Ага. Наречка прическу делает. Ага, ну здесь собрались любители камина. Вова все организовал. Там костер разжигается. Привет, Катенька. И здесь девчонки сидят такие с Вовой рядом. Привет, девчонки. Привет. Вова, привет. Привет. Каминчик разжигаешь? Да. Здорово. А Дженнифер у нас уснула. Вот она спит, Дженнифер, прямо на диванчике. Сейчас уже у нас 10 часов вечера. Дженнифер спит, а мы еще будем общаться петь. Ух, Вова, какой камин, камин-то разжег, а? Красотища просто. Какой камин, там сидят ребятня. Ага, здесь все общение еще происходит. Общение, общение. Да. Германию Лидочка уже собралась. Собралась. Гости. Ну ты без меня-то, ну-ну, вместе поедем. Время пришло кушать мороженое, петь песни, сидеть возле камина. Пол-одиннадцатого. Время пол-одиннадцатого, да, уже пора отдыхать, но детки захотели мороженое. Мороженое! Вот. Камень и мороженое. Да. Спасибо всем, кто смотрел это видео. А сейчас мы вместе в конце споем песню. А вы приходите к нам еще, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, до свидания. Прихожу к тебе я с хвалою. Чудеса твои велики и любовь твоя сильна. Ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. Прикоснулся к небу руки.
Тебе радуемся мы, ты один достоин всей хвалы. Превозносим к небу руки, тебе радуемся мы. Oh.